Сегодня 24 июля 2017 года, южная окраина Симферополя, дача. У нас только что прошел тропический ливень, вот. Но я все-таки сниму запланированное видео. Вот так выглядит настоящий орех трапезунда. А я сегодня хочу рассказать о сеянцах, полученных из самых крупных орехов трапезунда. Существует крайне низкая вероятность того, что из посаженного вами ореха получится дерево, в точности повторяющее материнские свойства того ореха, который вы посадили. Чаще всего фундук из орехов выращивают в селекционных целях. Я попробовал это сделать из любопытства. Вот мы находимся около одного из сеянцев. Моим опытом пошел уже 6-й год. Самые первые посаженные сеянцы дали на 5-й год урожай. Вот. А вот этот сеянец дал мне уже 2-й урожай в этом году. Сразу скажу, что до размеров и формы материнского растения трапезунда этому сеянцу далеко. В конце августа, во время сбора урожая, постараюсь более подробно показать результаты своих опытов и, если получится, даже взвесить орехи на электронных весах. Тогда же и покажу самый удачный опыт выращивания сеянцев. То есть этот опыт у меня тоже как бы удачный, но на втором месте. Вот посмотрите, как это дерево загружено орехами. Это сеянец. Сеянец трапезунда. Вот даже в самом низу ореха у него завязались такие вот грозди по 11, по 12 штук. Где-то еще видел. Ага, вот. В самом низу. Но вот по плюске и по способности завязываться гроздями он как бы повторяет материнский сорт трапезунд. Ну а по размеру и форме ореха он ему, конечно, немножко уступает. Сейчас покажу более подробно. Вот это сеянец. Такой колокольчик. Вот сам орех. Вот это трапезунд. Вот это опылитель трапезунда. Видите, он уже начинает даже окрашиваться в коричневый цвет. Сорт кирасунд. Ну вот сравните кирасунд и сеянец. Сейчас я их покажу без плюски. Ну вот они, первый трапезунд. По длине практически 3 сантиметра. Дальше идет сеянец и дальше кирасунд. Вот более подробно сеянец. Вот такая форма, он немного вытянутый. Вот кирасунд, он мельче, чем сеянец трапезунда у меня получился, хотя сам по себе тоже крупноватый. А вот, вот наш трапезунд. Вот на данный момент такая степень развития ореха внутри скорлупы. Это трапезунд, это сеянец, это кирасунд. Все, всем успехов, удачи. Еще раз повторюсь, в конце августа, во время сбора урожая, покажу свой самый удачный опыт в выращивании сеянцев. Счастливо!